А за лаштунками всі спантеличено озираються на ось цього 37-річного італійця. Схоже, бідолашний переплутав кастинги. Адже в розпал відбору талантів він натхненно та зосереджено готує. Ciao a tutti, io mi chiamo Vincenzo Di Lillo, sono italiano e oggi vi faccio vedere come faccio le pizze. Подождите, сейчас я по-русски еще говорю. Всем привет, меня Винченцо Ди Лилло зовут. Сейчас покажу вам, как я готовлю пиццы. Родители мои еще имели ресторан. Там я занимался, как называется, задание, домашнее задание. Да, да. Там дело, не дома, в ресторане прямо. Там каждый день готовили как минимум 500-550 пиццы. Я во сне видел пиццы. Во сне, да, правда. Завзятий піцца-йола вже 23 роки порається біля печі і запевняє. Улюблена робота не набридає. Ба більше, надихає на несподівані експерименти. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Grazie mille. Sara, vero? Vero? Vincenzo. Очень приятно, Vincenzo. Anche io, grazie. Molto piacere. Покажу, как готовлю пиццы. Пиццы? Пиццы. Я готовлю пиццы чуть особенно. Правда? Да. Здорово. Да, да, да. Давай покажи тогда. Я буду хорошо добавлять. Прекрасно. Спасибо. Хорошо. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Кто вы? Откуда? Я из Италии, сам. Италия. Так. Вау. Судя по вашему наряду, сейчас что-то вкусное будет. Вкусное что-то будет. Да. Будет. Пиццы. Так. Я готовлю пиццы. Так, такого у нас еще не было. А вы работаете шеф-поваром или все-таки у вас шоу-программа? Повар. Я работаю шеф-поваром. Шеф-поваром. Да. Ясно. И еще что сказали? Шоу-программы. Шоу-программы. В ночных клубах не показываете шоу? Сейчас покажу. Показывайте. Могу попросить кому-нибудь помогать пару человек? Допомагати? Влад хоче. Влад. Давай. Позови Оксану. Оксана Михайлівна. Іду. Сильні ігрушки. Резинові ігрушки. Ой, класно. Зараз проколите, ви що? Диви, як він. Какая
все, Влада, ви загубили. Сильно, 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 сильно. Сильно? Мастер-шеф. Это фитнес новый. Мне так нравится. Вкусные были? Вкусные. Белиссимо. Оксане было круто. О! Это было так весело. У-ху-ху. Тебе понравилось? Я этому прекрасному трио скажу да. Спасибо. Винченцо, а пицца вкусная у тебя? Очень вкусная. Честно? Честно, очень вкусно. Я хочу проверить. Всю жизнь я готовлю пиццу. Я хочу это проверить, поэтому скажу да. Но ты должен накормить нас пиццей. Хорошо. Я знаю, что пицца раньше мною сприймалась, як ти від чого поправляєшся. А тепер я розумію, що пицца – це може бути вид спорту. У тебя есть 2 «да», ты идешь дальше. И у тебя есть 3 «да», и ты идешь еще дальше. Хорошо. Но надо готовить пиццу. Только с пиццей приходи сюда, я? Хорошо, я? Я. Дякую. Очень-очень приятно. Спасибо, друг. Что, я сильно облажался? Ты был чисто конкретно. Мне кажется, вытянул номер. Вытянул. Не, Влад, ты хорошо ходил вокруг них. Это было... Смотри! Это было потрясающе. Мне так давно не было весело. Кто тебе занимался мейкап? Кто это? Надо уволить его. Это занимался моим мейкапом. Надо его уволить. Смотри! Очень спасибо тебе. Просто такая радость. Я думаю, что все зрители почувствовали вот то, что ты принес и им подарил. Хорошее настроение. Спасибо огромное. До встречи. Поздравляю тебя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла.